Деловой стиль, романтика в чистом виде или эпатаж – 17-я белорусская неделя моды собирает фэшн-гостей. Блогеры, стилисты, эксперты, журналисты, фотографы – в зале нет свободных мест. Дизайнеры уже готовы презентовать тренды весны и лета 2019. В феврале коллекции появятся в продаже. Старт дал детский показ, а вот удивить зрителя планируют выходом моделей за 50. Итальянский дизайнер Марко Рамбальди продвигает идею о том, что женщина в любом возрасте хочет быть модной, стильной, хочет быть молодой, яркой и носить дизайнерскую одежду. И мы помогаем через сферу моды продвинуть в общество идею о том, что люди с инвалидностью, они могут работать, они могут трудиться. Модно быть социальным. Такие проекты и у дизайнеров. Они все чаще выбирают экологичные и натуральные ткани. В том числе, конечно, и белорусский лен. В гардероб возвращаются и вязаные элементы. Женщина 21 века может выбрать любой образ и будет безупречна. Так считают лучшие мировые кутюрье и определяют тенденции будущего сезона. Я восточный дизайнер, я приехал с Востока, с Узбекистана. Я очень люблю грубые ткани, тяжелые ткани, огромное количество тканей в изделии. А мой главный девиз – сексуально не значит вульгарно. Я очень люблю, когда девушка выглядит немножко сексуально. Каждый должен на нее смотреть, восхищаться, любоваться. Видеть красоту через технологии – модный гаджет как раз для современных и мобильных. Градиентный дизайн, тройная камера с искусственным интеллектом и широкие возможности для фото- и видеосъемки. Вся неделя белорусской моды снимается на камеру смартфона P20 Pro. Дизайнеры удивляют нас новыми шедеврами. Примерить и купить хочется почти все. Но найти свой стиль в таком многообразии – интересное приключение. Мода – это не о лейблах и не о брендах. Это о чем-то еще, что происходит внутри нас. Галина Пузына, Николай Певец. Наше утро.